Можно? Да, конечно, можно, Анна. Как хорошо, что вы зашли ко мне. Прошу вас, проходите. Анна, я должен объясниться с вами. Я решил не отправлять вас в Петербург, но... Но на то у меня есть свои причины. Как вам это? Не нужно ничего говорить. Почему? А я смирилась с этим. К тому же, находиться рядом с вами не так уж неприятно. Мне казалось, что все по-другому. Совсем наоборот. Что значит наоборот? А это значит, что теперь я принадлежу вам? Неужели? Ну и что смешного? Роль. Роль? Какая роль? Глупая. Я вас не понимаю. Глупая роль, которую вы сами себе придумали. Извините, Анна, вы хорошая актриса, но только не в жизни. А разве не поэтому вы отменили мой отъезд? Разве вы не этого хотели? Нет. Лжете? Вы опять лжете. Знаете, я совершенно запуталась. Я не понимаю, когда вы настоящий и когда вам верить. То вы унижаете меня, то оберегаете от Карла Модестовича, то защищаете от Заболоева. Ну, когда же вы настоящий? Скажите, друг вы мне или враг? Я боюсь вас. А я вас. Почему вы мучите меня? Боже мой. Вы это делаете? Идите. Идите к себе. Потому что любите меня? Кажется, я просил вас уйти. Правда. Тогда, вероятно, придется уйти мне.